Добрый день. Киев. -2. У нас похолодало, изморозь. Снега еще нет. Ну, вот такой вот чуть-чуть наморозило за ночь. Хочу сделать небольшое видео по поводу гипиаструмов. Тех луковиц, которые я неудачно наломала. И обещала вам записать видео, как они себя будут вести. Хочу напомнить, что это луковица гипиаструма Amadeus Candy. Вот, отломала я 4 луковицы. Прикреплю видео, как я это делала и как потом высаживала. Это было с корешком. У этой корней не было, но попка целая. А у этой попка осталась, но кусочек совсем маленький. И вот эта луковица, которую я отломала, попка осталась на той, на мамке, на большой луковице. Вот, когда я их посадила, пролила, на следующий день вот эти две, они подняли свои листочки и здесь уже увеличились листки. Это прошло где-то 9-10 дней. Вот здесь листья стали прям уже такие большие. Вот здесь один лист, и он тоже с тургором. А это луковица, где часть попки всего была небольшая. Сначала листья я даже думала обрезать, потом решила оставить. И они лежали. Но сейчас, смотрите, то есть уже взялось. Лист поднялся один. Вообще уже хорошо поднялся. Вот второй чуть-чуть еще лежит. Но он тоже такой же тверденький. Так что я думаю, что там уже зацепилось что-то и начинают корешки развиваться. А вот эта маленькая, которая оказалась вообще без попки, она сначала покраснела, теперь потемнела, находится в таком состоянии, но она не гибнет. То есть вот она зелененькая, мне очень интересно, неужели у нее тоже сил хватит для того, чтобы пустить какие-то корни. Но тогда получается, что попка не обязательно для того, чтобы укоренять эти луковицы. В общем, такие небольшие мои размышления по поводу этого. Все живы. Вот, я переживала, что я вообще все загубила. Но на самом деле все живы. И буду наблюдать за ними дальше. Всем спасибо за внимание. Еще хотела сказать, что когда зацветет мамка, то покажу вместе с ней, с ее цветками деток, которых я отломала, и вообще как она себя чувствует. У нее же там на попке остались части от этих луковиц. Тоже интересно, что там будет. Всем пока!